Не хотят ни трудиться, ни учиться. По данным Национального агентства занятости населения, возраст свыше трети безработных, зарегистрированных в прошлом году, от 16 до 35 лет. У большинства только гимназическое либо лицейское образование. Профессии как таковой нет. Больше всего безработных проживают в сельской местности, почти 66,5%. Остальные из городов. Свыше трети неработающих – молодежь. Среди них чуть больше 9% в возрасте от 16 до 24 лет, почти 8,5% от 25 до 29 лет. 66% не владеют ни одной профессией. Чуть более 1,5% граждан с ограниченными возможностями. В течение 2021 года в общей сложности официально на учете находились 75 740 безработных. К концу года этот показатель сократился до 20 тысяч. На рынке труда свыше 8 тысяч вакансий.